В преддверии значимых общественно-политических событий страны активисты БРСМ приняли участие в акции «Наш город – наш выбор». Данное мероприятие прошло в рамках патриотического проекта «За будущее независимой Беларуси». На одной из площадок города учащиеся колледжа искусств дарили гродненцам музыкальные номера и призывали всех граждан принять активное участие в выборах президента страны. Сегодня уже в очередной раз наши первичные организации «Общественное объединение Белорусский республиканский союз молодежи» в рамках реализации патриотического проекта «За будущее независимой Беларуси» показывает свое творчество, свою молодость, свой креатив сегодня всем жителям нашего города. Перед жителями города выступил ансамбль танца «Хородинские корунки», вокальный ансамбль колледжа искусств «Роскоша». Участие в мероприятии приняли десятки молодых талантливых вокалистов. Главной целью акции является привлечение внимания гродненцев к предстоящему общественно-политическому событию. Активисты БРСМ напомнили всем о гражданском долге и необходимости сделать правильный выбор.